программа «День с толком», в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И опять волна. Будут ли в крае приостанавливать плановую медицинскую помощь из-за вспышки коронавируса? Без моста на новом рынке. В Барнауле изменили схему движения общественного транспорта на ближайшие 2 года. Одержимые компьютерной страстью. В барнаульских храмах готовятся проводить молебны по игроманам. В Алтайском крае приостанавливают оказание плановой медицинской помощи, пока точечно не везде. Так переформатировали 14-ю поликлинику Барнаула, которая обслуживает порядка 100 тысяч пациентов. Со вчерашнего дня учреждение принимает только больных с ковид и острыми состояниями. Возможно ли полная приостановка плановой помощи в крае, ведь пик заболеваемости еще впереди, знает Анара Шагирова. На входе одного из корпусов 14-й поликлиники объявление. Оно предупреждает, здесь принимают только температурящих больных. А внутри целая толпа пациентов с насморком и кашлем. За эту неделю число болеющих выросло в 10 раз, рассказывает главврач. Для борьбы с коварным вирусом и пришлось переформатировать этот корпус поликлиники. Ранее здесь принимали врачи узкого профиля. Узких специалистов со второго этажа, таких как хирург, соответственно, травматолог, уролог, далее онколог, мы перевели на Павловский тракт 271А. Там в том числе продолжает вести работу и кардиолог, и ультразвуковая диагностика, забор крови. Все это продолжается, можно записаться. Мы организовали еще одну регистратуру прямо в том корпусе. Простым переездом узких специалистов в другое здание это не назовешь. На деле здесь приостановили плановую медпомощь. В приоритете у докторов пациенты с острым состоянием. От профилактических посещений врачи просят воздержаться. На такие же меры пошли и в детской поликлинике. Тем временем барнаульцы сообщают, что не могут попасть к докторам по талонам уже и в других поликлиниках. Есть опасения, что плановую помощь в городе приостановят вовсе. Вероятность такая есть. И исходя, говорю, из той достаточно высоких цифр и темпов прироста, высокой заболеваемости, необходимость оказания медицинской помощи по неотложным показаниям, конечно же, нехватка медицинского персонала в первичном звене потребует переформатирования, и ряд узких специалистов должны будут оказывать ее уже в не своей специальности людям, болеющим с ковидом. В Минздраве отметили, что всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируется пока только в Барнауле. Небольшой прирост также есть в Бийске и Заринске. Ведомстве подчеркнули, если эпидобстановка в регионе станет сложнее, то в худшем из сценариев плановую помощь приостановят повсеместно. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле принята схема изменения общественного транспорта на ближайшие 2 года. Повод для ее разработки – ремонт моста через ЖД-пути на Новом рынке, который начнется уже этой весной. Основную нагрузку возьмет на себя проспект Калинина, улицы Пионеров и Северо-Западная. Изменится трафик и на других дорогах. Об изменениях, с которыми неизбежно столкнется каждый автомобилист, в сюжете Артема Гусельникова. Большое рабочее совещание. Участники – руководители десятка ведомств, в том числе чиновники, депутаты и специалисты. Прежде всего, проектировщики и железнодорожники. Комитет по дорожному хозяйству города знакомит с обновленной схемой движения на время ремонта моста. Основные транспортные потоки распределятся по следующим основным магистралям. Это у нас проспект Космонавтов, Красноармейский, Павловский тракт, проспект Строителей, улица Советской Армии. И южная часть – это Кутузова, Ленточный Бор, улица Власихинская. На этих улицах отрегулируют 20 светофоров, на 4 перекрестках введут дополнительные секции для постоянного поворота, запретят стоянки, а также ограничат движение грузовиков по улице Челюскинцев и проспекту Калинина. Также в городе будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, на улице Челюскинцев для бесперебойной работы трамваев планируют создать обособленные пути. Мы должны получить обратную связь. И у нас горожане иногда очень хорошие варианты предлагают решение проблем. И если такие варианты будут, мы должны включить и все 2 года быть вот на таком контроле жителями. Только что-то, где-то какая-то информация, то есть эта информация должна анализироваться, должна оцениться.
Сейчас сопроводительную документацию по ремонту моста направили на повторную госэкспертизу. Она должна завершиться к началу марта, после чего выберут подрядчика. Непосредственно ремонт начнется в мае. Сдать объект власти должны к ноябрю 2023 года. Артем Гусельников, «День с толком». Кстати, в этом году ремонт дорог на Алтае будет масштабным. Общий дорожный фонд региона на начало года составил 16 миллиардов рублей. Это на 4 миллиарда больше, чем планировали в начале 2021-го. Из приоритетных объектов – расширение до 4 полос Чуйского тракта в районе Озерок. Практически полностью 4-полосной станет федеральная трасса вплоть до границы с Новосибирской областью к 2023 году. В 2022-м завершат работы также на 2 участках Чуйского в сторону Бийска и начнут на 4 новых. Таким образом, в ближайшие годы Чуйский тракт до Бийска будет полностью расширен до 4 полос. Напомним, помощи в этом вопросе Виктор Томенко просил у премьер-министра Мишустина, и средства пообещали выделить. Что касается краевых дорог, это 2 больших участка реконструкции. Это дорога Алтайская АЭ. Это в перспективах развития зоны Бирюзовая Катунь, чтобы, так сказать, получить хорошую краевую дорогу, и наши жители, и гости края могли в этом направлении комфортно передвигаться. Кроме этого, планируется начало работ по строительству развязки на ленточный бор Змеиногорский тракт. Это такая тоже очень значимый объект. К слову, ремонтировать эти дороги будут за счет нового финансового инструмента – инфраструктурного бюджетного кредита, который краю выделило правительство России. По словам Николая Данилина, в целом работы будет много, в том числе и по мостам. В последние годы жители края все чаще обращают внимание на то, что дороги год от года становятся лучше, а дорожники планируют и дальше исправлять ситуацию с одной из главных бед страны. Благо, деньги на эти цели стали выделять серьезные. Алтайские студенты и будущие инженеры моделируют сложнейшие 3D-конструкции. Происходит это на базе 2 конструкторских бюро, которые недавно появились в крае. Там начали разрабатывать детали для сельхозмашин и котельного оборудования. Наша съемочная группа встретилась с молодыми светилами и узнала, насколько востребованы их разработки. Это транспортный блок крана топки. Одним стуком клавиши и одним щелчком мыши лучшие студенты энергетики технического вуза конструируют 3D-детали для котельного оборудования. Будущие инженеры уже официально трудоустроены и даже получают небольшую зарплату – до 10 тысяч рублей. Такие деньги – хорошее подспорье к стипендии, говорят ребята. Часть стараюсь откладывать на что-то просто дальнейшее, а в основном свои какие-то хотелочки, чтобы от родителей не зависеть. Когда первый раз смоделировали деталь, вот какие эмоции, впечатления были? Ну, не знаю, ну, какая-то радость, что получилось, особенно когда если с первого раза. Потому что не всегда получается, ты вот начертил и сразу модель. Иногда приходится что-то исправлять. Дорисовку каждой детали от нескольких минут до нескольких дней. На базе конструкторского бюро Алтайского политеха готовят инженеров для Таганрогского котлостроительного завода. Такие специалисты – кадры штучные. За Уралом их выпускает только Алтайский вуз. Это стало возможным благодаря сотрудничеству университета и крупнейшего промышленного предприятия страны. Занимаясь разработкой конкретных деталей котельного агрегата, котельного установки, то есть, конечно же, в общем, глобально они там не принимают участие в процессе проектирования, но разрабатывая определенные небольшие узлы, они получают опыт, и уже по завершению обучения в университете они приходят к работодателю своему уже с такими с полноценными созревшими специалистами, то есть на них не нужно тратить время на обучение. Опытом сотрудничества с Таганрогским заводом заинтересовались и другие предприятия энергетической отрасли. Сейчас, к примеру, технический вуз ведет переговоры с алтайским заводом «Сибэнергомаш». И, скорее всего, работа в бюро скоро прибавится, но и на отдых время здесь тоже находят. Отдыхаю я, конечно, своеобразно, люблю погулять, а еще у меня есть компьютер. Не скрывая этого, я люблю это поиграть, там расслабиться. Люблю гоночки. Принцип работы заключается в механическом удалении сорняков и рыхлении приствольной зоны саженцев. Вот эту машину для приствольной обработки почвы по заказу Института имени Лисавенко в 2019 году тоже смоделировали наши студенты. На базе еще одного конструкторского бюро вуза. Здесь специализируются на деталях для сельхозтехники, которая востребована во всем мире. Кадров, на самом деле, именно инженеров не хватает, и в частности для агропромышленного сектора. Поэтому это будет весьма востребована и актуальная специальность.
Здесь чертежи даже паровой машины Ивана Ползунова, в честь которого, собственно, и назван технический вуз края. Конструкцию с 9-этажный дом будущие инженеры с виртуозной точностью умещают в экран монитора. Сегодня Россия остро нуждается в инженерах и других технических специальностях. На уровне федерации разрабатывают специальные программы по подготовке изобретателей, без технологий которых экономике страны конкуренцию выдержать сложно. И важный шаг в этом направлении, говорят эксперты, возрождение Института конструкторского бюро. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Около 3000 жителей Благовещенского района могут пострадать финансово, если в деле о деприватизации завода «Кучук-Сульфат» суд встанет на сторону Генпрокуратуры. В Барнауле продолжается рассмотрение резонансного дела, в рамках которого гособвинители намерены истребовать акции собственников. По их мнению, процесс приватизации в 90-х прошел незаконно, и в таком случае акционерам для возмещения придется искать едва ли не миллионы рублей. Как прошло очередное заседание, расскажем далее. Последствия могут быть настолько масштабны, что от Степного озера мало что останется. С каждым судебным заседанием в отношении Кучук-Сульфата все четче вырисовывается масштаб трагедии. Нам непосредственно пойдут регрессные иски. И если я работаю на предприятии, я еще чем-то хотя бы могу возместить тот ущерб, который будет причинен ответчикам в результате изъятия имущества. Что будут делать те бабушки и дедушки, которые сейчас находятся на пенсии? В конце прошлого года Генпрокуратура России подала иск. В ведомстве считают, что приватизация Кучук-Сульфата в 92-м прошла незаконно. И нужно истребовать акции у сегодняшних владельцев, которые приобрели их спустя несколько лет после приватизации, уже на вторичном рынке. Иск предъявлен теперь ко всем 100% акционеров. На этом заседании ответчики представили отзыв с документами, описывающими ход приватизации. Прокуратура выступила против их приобщения к делу. Не посчитала нужным она видеть в деле и допросы тех, кто утверждал и проверял законность процесса в 90-х. Прошу приобщить к материалам дела протокол допроса бывшего прокурора Алтайского края Пороскуна Юрия Федоровича Ященко, да, это бывший председатель фонда имущества Алтайского края, Потапов Сергей Григорьевич, это бывший председатель краевого комитета по управлению имуществом Алтайского края. Возражаем против их приобщения всех трех протоколов. Ответчики уже привыкли, что большинство их действий вызывает протест со стороны истца. Но в этот раз сомнением гособвинитель подверг и нотариальную заверенность документов. Есть подтверждение того, что нотариус направил в Генеральную прокуратуру уведомление о проведении данного действия по обеспечению доказательств. Мы считаем, что нотариус совершает данное нотариальное действие, которое действует полностью в соответствии с законом. Подтверждения такого нет и не было. Впервые с начала процесса для представления своей позиции дали слово одному из ответчиков. Председатель совета директоров завода Василий Гамаюнов рассказал много о грозящем банкротстве, когда он приобретал акции и каким предприятие стало спустя 20 лет. Сегодняшние собственники многие годы не получали дивиденды, а инвестировали в развитие Кучук-Сульфата. У нас ничего нет, ни у меня бизнеса больше нет. Ни у любого ответчика спросите, ни у кого нет бизнеса. Почему? Потому что мы верили государству, верили в святость собственности и вкладывались, развивая неогляд. Понимаешь, мы по закону все взяли, добросовестно все взяли. Если мы были лукавые, что-то понимали, купили, налили, цену подняли, сбросили все. И более того, мы бы не в завод вкладывали, а свое благополучие строили ни в Моногород, ни поселок, а в Испании дома себе строили. Всего в завод акционеры вложили 14 миллиардов рублей. Отремонтировали старые советские мощности и построили новые цеха. По отношению к советскому периоду это уже как два завода. Налоги предприятия – это весь поселковый бюджет и практически половина районного. А теперь, глядя на судебный процесс, жители всерьез обеспокоены своим будущим. Я думаю, что потеряется та заработная плата, которую мы сейчас получаем. Будет финансирование на улучшение инфраструктуры поселка. При закрытии завода, да, как требует прокуратура приостановить, это значит приостановить работу ТЭЦ, которая снабжает электроэнергией и теплом наш поселок. И, соответственно, туда ехать вот нам, как бы уже практически пенсионерам.
Ситуация уже ухудшается. На 14 миллионов сократились налоговые поступления от завода в бюджет поселка. Сократились работы по уборке снега. Единственная станция очистки питьевой воды «Родник» сегодня закрыта. А ржавая водопроводная вода для питья непригодна. ТБК, моторный завод, Трансмаш, Химпром, Алтайхимпром, гиганты, Полиэкс, Бийск, радиозавод, аппаратурный, Славоровский, геофизику, КЖБИ, стройгаз, цемент. В основном либо их нет, им повезло стать торговыми центрами. Очень повезло. Либо они в стадии банкротства. Ни одного. И это все были приватизированные предприятия. И никому дела нет. А до успешного предприятия вдруг всем есть дело. Акционеры ставят этот иск в череду событий, которые характеризуют как административное давление на предприятие. С 2017 года Кучуксульфат прошел 80 ведомственных проверок. Дал ответ по 300 запросов всех возможных инстанций. Нарушений нет, нет штрафов, нет уголовных дел. Успешный алтайский завод оказался абсолютно чист. Представители Кучуксульфата уверены, что к их бизнесу проявляют интерес рейдеры, которые выходили под это административное давление с предложениями о покупке активов до судебного иска. Дело продолжается. Следующий суд назначен на 15 февраля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше 8 лет лишения свободы. Такой приговор вынес суд в отношении бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за взятку от поставщиков угля. Речь идет о почти 7 миллионах рублей. Следователи установили, вступив в должность, чиновник предложил одной из компаний передавать ему определенную сумму за гарантию того, что предприятие будет городским поставщиком топлива. Теперь Горбунов должен выплатить штраф в размере взятки, у него конфисковано имущество. И 5 лет после освобождения он не сможет занимать руководящие посты. И к другой новости. В Барнауле скоро проведут молебен по игроманам. Молиться о тех, кто одержим компьютерной страстью, скоро будут по всей стране. С такой инициативой недавно выступила РПЦ. Мы пообщались с алтайским священником, чтобы узнать, на что вообще рассчитывать и стоит ли ожидать какого-то экспресс-эффекта. Скоро во всех храмах страны молебен об одержимых компьютерной страстью. Это новая инициатива Русской Православной Церкви. Игровую зависимость часто называют грехом, а именно праздность. А это уже 5-й круг ада по Данте Алигьери. Барнаульский священник Александр Микушин говорит, прихожане и раньше просили помолиться за их грешных родственников, которых поглотила та самая компьютерная страсть. Есть же молебен, допустим, о страдающих грехами, там, наркомании и пьянстве. В моей практике были случаи, когда люди приходили, заказывали там, молебен, молились, и потом вот, у них это пропадала зависимость. Ну и решили вот такой молебен уже превентивный, уточняющий проблему. Всемирная организация здравоохранения в этом году тоже сделала уточнение. Теперь зависимость от игр официально считается заболеванием, которое часто приводит в реабилитационные центры. В них игроманы проводят около года, как и наркоманы, и алкоголики. Как правило, в таких местах нет никаких гаджетов, интернета. Но есть проблема. Многие себя не считают зависимыми и лечиться не хотят. Вот буквально на той неделе, наверное, позапрошлой, хорошая семья. Самый младший сын, то есть дошло до того, что, короче, уже начал с ножом кидаться на маму. Он прямо здесь сидел, вот в этом, на этом стуле. То есть привезли его сюда, в Барнаул, согласен был на все. Когда приехал, побыл несколько дней, говорит, ну а что я тут буду делать? Тут же алкоголики, наркоманы, я-то не такой. Ну, открыли дверь и поехал домой, вот и все. Часто так и теряются социальные связи, распадаются семьи, игроманы выгоняют с работы или из университета. Компьютерная ломка уже перестает отличаться от героиновой. На первоначальных этапах, если есть возможность, конечно же, это реабилитационный центр, такой стационарный подход, либо амбулаторный прием, это у нас в клинике, это психотерапия. Это современные препараты, туда включаются и антидепрессанты, и противотревожные препараты. И очень важна, конечно же, это психотерапия. И не только порой с самим пациентом, самим зависимым, но и с ближайшим окружением. Даже в церкви признают, рассчитывать только на заказанный молебен не стоит. В конце концов, одержимый должен исповедоваться, причаститься, молиться в храме и дома. И, конечно, лечиться у врача шаг за шагом.
Молебен мы просто добавили. Не, его нельзя отделять от всего остального, как некоторые думают. Я вот в Бога не верю, там, или, там, верю от случая к случаю, да. Пойду закажу молебен, чудо будет. Я вот думаю, что, ну, может быть, будет, а может быть и не будет. Сейчас текст молебна об одержимых компьютерной страстью находится на согласовании в Синодальной Богословской комиссии. Как только там дадут благословение, молебен будут служить в том числе и в Алтайском крае. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.